Сегодня почти каждый четвертый житель Латвии является пенсионером. Средняя пенсия не достигает и 300 евро в месяц. Если человек, сейчас получающий 700 евро, завтра выйдет на пенсию, его доходы уменьшатся приблизительно наполовину. Работающие сегодня ожидают, что на пенсии они будут получать минимум 90% от привычных доходов. То есть при зарплате 700 евро ожидается, что пенсия будет составлять приблизительно 630 евро. Это как минимум вдвое больше, чем в среднем получают сегодняшние пенсионеры. Несмотря на рост зарплаты и пенсий, прогнозируется, что такой разрыв между размером зарплаты и пенсии сохранится и впредь. Но желание посещать культурные мероприятия, путешествовать и иногда ужинать в ресторане не исчезнет. Plaisu starp pensijas un algas apmēru esmu nolēmis mazināt ar iemaksām pensijas trešajā līmenī, kuras veicu jau vairākus gadus. Uzkrājumu pensiju trešajā līmenī, manuprāt, ir ļoti laba iespēja jau tagad parūpēties par to, kad vecumdienās varēšu dzīvot tā, kā pati vēlos un būt pati sava dzīves noteicēja. Viena no priekšrocībām pensiju trešajam līmenim ir iespēja saņemt nodokļu atvieglojumus, kas nodrošina to par ļoti veiksmīgu ieguldījumu. Veikt uzkrājumus pensiju trešajā līmenī man ļoti palīdz regulārā maksājuma funkcija. No manā norēķina konta katru mēnesi konkrētā datumā uz uzkrājumu kontu tiek pārskaitīta nauda. Man pašai nav jāveic papildus maksājumu.